Новогодний праздник для воспитанников Брестского центра коррекционно-развивающего обучения и развития «Веда» всегда проходит красочно. В главных ролях выступают сотрудники центра, воспитатели и педагоги, которые с большой любовью подбирают для своих воспитанников особенную новогоднюю программу. Это особенные дети, мы их так и называем «особенные детки». И если мы к ним с любовью, то и они откликаются на любовь. Этих детей невозможно обмануть. Поэтому мы идем на работу с любовью и к ним относимся с любовью. И они отвечают на эту любовь. В центре проходят обучение 70 воспитанников, и каждому из них педагоги стараются найти индивидуальный подход. 5 утренников до Нового года и еще 5 после. Разные подходы к постановке, разная тематика. Цель одна – чтобы ребенок мог почувствовать себя полноправным участником чудесного новогоднего торжества. У нас все праздники проходят совместно. Это родители, дети, педагоги. Вот. И когда дети видят, что их родители выступают, это, конечно, их подталкивает. И они хотят выступать, они стремятся, они сами выходят на сцену. Вы видите, как они танцуют, как они поют. Поэтому здесь все идет от души, от их желания. В новогодней сказке добро обязательно побеждает. К сожалению, в жизни так получается не всегда. И семьям, которые много лет сражаются с недугом своего ребенка, очень важна помощь со стороны государства. Поэтому руководство Московского района города Бреста, общественной организации «Белая Русь» – частые и желанные гости в центре «Веда». И не только в рамках благотворительной акции «Наши дети». Особенно приятно в рамках этой акции приехать именно сюда, к этим деткам, которые должны чувствовать особую заботу. Мы тоже сегодня приехали с подарками, хотим поздравить их. Но на этом наши мероприятия в Московском районе не заканчиваются. У нас еще будет проходить много торжеств, много поздравлений именно с детьми-инвалидами. Поэтому стараемся делать, особенно в этот период предновогодний, когда все дети ждут чуда, ждут Деда Мороза, ждут праздника и подарков, мы приложим максимум усилий, чтобы им этот праздник создать. Новогодние праздники – время чудес и пора надежд, когда каждый из маленьких воспитанников «Веды» загадывает одно единственное желание – быть здоровым. Ирина Альшова, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «БУК-ТВ».